Аргон и Мертесин – команды, которые занимают лидирующие места в турнирной таблице. Перед очной встречей политеховцы были на первой строчке, а ребята из СПБГУ на второй. Но разница между ними была колоссальная – 11 очков. Но, в принципе, у них еще есть следующие полгода. Могут нагнать, но, правда, я надеюсь, что этого не произойдет. Матч начался довольно спокойно. Удары по воротам поначалу были неточными, но как только мячи стали лететь в створ, Аргон принялся реализовывать свои моменты. Футболисты из Политеха смогли заколотить 3 мяча за 6 минут. А вот Мертесин в этом плане в первом тайме не отличился. Вторая половина встречи проходила в другом характере. Не было уже никакого спокойствия. Футболисты Аргона снова провели опасную атаку, но, к счастью для Мертесин, мяч не залетел в ворота. Игроки из ПБГУ сдаваться не собирались и все-таки забили свой первый гол. Они пытались сильнее сократить разрыв в счете, но умелая оборона Аргона не давала им этого сделать. Политеховцы недолго отмалчивались и вскоре дважды отправили мяч в сетку ворот противника. Мне кажется, что не всегда игроки успевали отходить назад в оборону из атаки. Поэтому, вот, по крайней мере, последние голы, которые я видел, они, мне кажется, что не всегда подстраховывались, не накрывались дальние удары. Попытки Мертесин продолжались, но им удалось забить еще лишь раз. После чего на следующей же минуте Аргон поставил окончательную точку в этой встрече, сделав счет 6-2. Все, кто предвещал первую потерю очков Аргона, были неправы. Аргон снова смог доказать, что они будут идти без поражений, и, похоже, это надолго.